capirai quando crescerai ancora un po'. Где еще надо помыть, а? Где еще надо помыть? Пятнышки замываем. Тереза поздно пришла. Я говорю, ладно, грузи брейвуши, сейчас мы сделаем ход конем. О! Что это, томат чи шо це таке? Шо це зараз води на полу? Що, світ тусклий? Нічого не видно. Пататіни. Сьогодні Сан-Валентіна. Ми останній день моїм зал. Тут обично у них возле бідончиків. Це не моїм, це так, розумієте? Іграємося з залом, називається. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Какой чудесный день. Какой чудесный зал. Нет, тут надо позаметать пататины. Не маска, а сказка. Народ спрашивает, куда будем маски девать после того, как их снимут 31 числа. У меня есть хорошее РАЦ-предложение, ребята. Сначала нам уши свернули в трубочку, теперь нам надо будет эти уши развернуть, поэтому одеваем маску. Ой, она так с ушей слетает, знаете. Обратной стороной и выправляем уши. О. Это выбрасывается, видите. Деньги на ветер. Ветер на день. Так, ну, всем днем Святого Валентина. Пошла я загружать кухню. Терезі кліч дадим. Напитки. Сьогодні понедельник. Зробимо котлетний день. Понедельник у нас народу прибавляється, прибавляється. Попасть бы, да? Ой. Ой. Контрольный зажимчик. Видите, тут у меня дырочка после ремонта. До конца мясорубка не доходит. Пришел Святой Валентин и принес нам подарочки. Похоже на марципан. Там, не знаю. Это запечатано. Распечатывать не буду. А это что-то такое. Сейчас посмотрим. Ой! Что-то оно распалось.
Что-то я ее боюсь пробовать, что-то она разлетелась, засохла. Это, наверное, печенюшка. Ладно, ну не все, что приносят, все надо пихать в рот, ребят. Думала, марципан рассыпался. Нет, ребята, это амаретто. Оно и есть такое, знаете, внутри с шоколадом, а снаружи оно сыпучее. Очень вкусное. Шоколадное амаретто. Сегодня у нас котлеты. Говядина. Говядину я покупаю по 5,20 за килограмм. Видите, она уже такая кусочками нарезана. Немножко жирноватая, но для котлет и для рагу это самое то. Раньше такое мясо покупала по 2,50. Можно было сделать и гуляш, но не хочу играться с кусочками. Потому что жирные, сильно жирные надо отбрасывать, а в рагу идет все. Как-то так. А вот рыба подорожала. Рыба стала 8 евро килограмм. Это дорого. Жаль, как красиво мне молотит мясорубка. Сегодня повторю гарнир чувакнутая картошка. Сейчас она у меня отварилась. Я скажу, ой, совсем пока горячая. Мы ее раздавливаем. Можно прямо здесь, чтобы переносить. Посыпаем нашими любимыми специями. И до золотистости в духовке. Ленивое пюре. Даже не по-селянски, я не знаю, как ее назвать. В общем, чувакнутая картошка я ее называю. Чтобы не заморачиваться. Иногда люди лучше, чем обычную картошку в духовке, просят на гарнир эту. А тебе удобно добавить ее, потому что она получается большая, знаете, занимает хорошую часть тарелки, а по цене ничего не стоит. Так что как-то так. Ну, естественно, добавлю паприку. Кто там, ребята, спрашивает в рецепты, какая паприка, копченая, не копченая, какая разница? Что у вас есть, то и добавляйте. Нет паприки, добавьте просто травок. Все. Сегодня добавлю орегано. Хотя можно было бы и розмарин, и тимьян. Перчик обязательно. У меня сегодня копченая паприка. Смотрите, как красиво получается. Можно немножко сыра, можно без сыра. Чуть-чуть соли. И немножко масла. Буквально 10 минут в духовке получается суперски. Вкусно, быстро. А главное, дешево. Говорю охране, откуда такая клубника? Вы мне не скажете? Все как один ответили, чернобыльская. Смотрите, какая клубника. Тереза говорит, хочу одну. Я говорю, ага, сейчас я тебе дам одну, это пол ящика. Говорю, порежу, потом получишь. О, как наша картошечка шкварчит. Ее не надо пережаривать, так минут 15. Сейчас еще пару минут. У меня булькая рагу, там котлеты, тут соус уже готов. Сейчас сделаю арабьяту и нормальную пасту. Вот такой рагу красивый, смотрите. Так вот, мясо по 5,20, видали? Горюшечка.
Хорош, 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 хорош. Опс. Ну-ка, смотрим. Нравится? Да. Заглядение. Что там наши котлетки-то еще сырые? Закрываем. Еще котлетам 25 минут. Оп. Да сегодня моего дедушки нету. Я спешила, так готовила. 10 утра приходит. Говорю, Тереза, нема дедушки. Она говорит, так выйди на улицу, говорит, посмотри, какой ливень. Я, собственно говоря, еще не выходила. Надо пойти глянуть. Там где посмотрим. То, что ливень, что-то с трудом верится. А не, ну так, дождик прошел, прошел. Ну не ливень. Хотя все затянуто. Алоэ распускается. Молодой. Смотрите, как молодые листочки. А там все посохшее. Нет у нас садовников, как в парке. Там тоже все посохшее. Все наши кактусы бедные позасыхали. Еще одна картошечка выскочила. Сейчас пусть чуть-чуть остынет. Идемте, я вам новый тортик покажу. Пришел мне новый тортик с яблоком и с миндалем. Не знаю, какой он вкусный, невкусный. Ну, вот так вот он выглядит. Видно? Вот это вот слой яблочно. Ну, скорее всего, что яблочно-желатиновый. Паста как торта де Ланона. Как тертый торт. Песочное тесто, проще сказать. А где миндаль, не знаю. Видимо, в муке добавлен миндаль. Клубничка. Тереза моя ржет с делками там. Так, тут надо сделать перестановочку. Картошечка. Тут надо освободить. Сейчас включу сыр. Водичка кипит, кипит. Говорите, а где паста, ребят? Паста раз. Паста два. Паста три. И рис четыре. Я ж не буду пасты выставлять. Чао, чао, джада. Си. Уже китаечка заказывает еду. И вот соусы к пастам. Паста ж проходит... Проходит через воду. Она у меня подваренная. Вода кипит, я забрасываю пасты, сколько порций мне надо. На сковородку добавляю соус, либо сюда в котелок добавляю песто. Если это помидор, на огне смешиваю и насыпаю в тарелочку. Такая раздача идет. Погодка у нас на Сан-Валентина, ребята, 8 градусов, снег обещают. Так, а я Клава распродала все и осталась без обеда. Сейчас сделаю заказ и подумаю, что я буду кушать, пока домой не доехала. Наверное, надо съездить в новый супермаркет. Во-первых, у меня съели всю клубнику. Ну, мало того, что клубнику съели, всю пасту, весь рис, трофи, меня, вас, ну, короче, всех съели, понятно? Чао, Али! Так что сейчас хочу поехать в новый супермаркет, потому что у нас клубника дорогая, 5,90, ну, понятно, что дорогая,
Холодно на улице, понимаете? Солнца нет. Это первый день холодно. Вообще-то было жарко. Но говорят, снег пойдет. А может и не пойдет. Так, дядя, ты, по-моему, непонятно, куда ты едешь. А мне надо туда. Ну а что ж ты пи? Я понимаю, что пи. Если я ничего не бачу, куда же я хочу ехать. Пи. Вот так. Пиехали, называется. Что сейчас, если в новый супермаркет попаду, покажу вам цены. Кто-то говорил, что там цукини по 99 центов. Что-то с трудом верится, конечно, что такие цены еще бывают. Ну, а вдруг бывают? Сегодня время должна была быть большая забастовка. Тереза пошла. Чего ж ты, Клава, не сказала, я бы тебя подвезла. Ладно. Вот Клава с Береслава. Мы на нее чуть не наступили. Ну ладно.